Йоу, всем привет, братишки мои, сестренки мои, все остальные на видео заходящие. Это я, Утис Шиморо, и добро пожаловать в Sunken Land на наше продолжение приключений. Уже, если я не ошибаюсь, ребята, у нас с тобой 13-я серия. 13-я серия Sunken Land! Посмотрите, у нас тут есть, смотри, ты ставишь лайки, говоришь, отец, я хочу еще, говоришь. Значит, давай приключения мне еще, давай делать дела, давай разуничтожать эти фракции, значит, порабощать, выживать и так далее. И я приношу тебе видео. Поэтому, если ты хочешь, братишка и сестренка, значит, чтобы эти видосы продолжали у нас выходить и сниматься, не забывай, пожалуйста, поставить лайк, написать комментарий, подписаться на мой телеграм-канал, и тогда у нас все будет. Итак, на предыдущей серии мы с тобой вышли в вооружение, да? То есть мы с тобой скрафтили дробовичок, мы с тобой скрафтили винтовку. У нас с тобой очень и очень много дел. Так, ремонтировать нам ничего не нужно. Оружейной мастерской нам делать ничего не нужно. В исследовательском столе нам делать ничего не нужно. Вот здесь вот исследование частей оружия, кстати, нужно произвести, о котором я постоянно говорю и постоянно не делаю. А вот, поэтому давай-ка мы сейчас этим с тобой быстренько займемся. И сегодня мы отправимся в глубокие ебеня, наверное. Я не уверен, конечно, насколько эти ебеня будут глубокими. Но хотелось бы, чтобы ебеня были очень глубокие. Вот, и поэтому отправимся, поплаваем, посмотрим, что у нас из этого получится. Разблокирован чертеж части оружия. Теперь я могу построить части оружия, наверное, в инвентаре. Да. Да, нет, самодельный револьвер. Кстати, вот что я хочу. Я хочу самодельный ревик, на самом деле, еще сделать, посмотреть, что из этого получится у нас. По поводу баллонов, меня спрашивают, а что же ты без баллонов до сих пор плаваешь? Зачем я? Почему? Как так получается, брат? А, почему ты без баллонов? Почему ты не заряжаешь баллоны, братан? А, потому что я не построил станцию для зарядки этих баллонов, этих самых, да, которые, в принципе, можно было бы построить. Ну и баллоны я не считаю каким-то приоритетом в игре, чтобы мне хватает на своем дайверском глайдере брыть, забуриться, как бы, и все проискать, получить удовольствие от этого. Поэтому баллоны не считаю чем-то таким суперинтересным, что мне, чем мне следует заниматься, как говорится, зачем мне следует следить. Так, у нас с тобой кончились абсолютно все полезные ископаемые, все руды и так далее. Далее, по поводу батареек. Нужно позаряжать батарейки, которые у меня есть разряженные, если есть они у меня. У меня разряженных батареек, по-моему, нету. К торговцу отвезти кое-какие вещи. Да, можно винтовку, кстати, ему обменять. Вот этот мачете мне тоже не нужен. Зачем мне второй мачете? Вот эту маску я тоже могу к торговцу спокойно отвезти. А две сломанные полицейские брони, зачем они мне? Тоже не нужны. Это мы тоже с тобой отдадим и будем получать у торговца электронные компоненты, которые нам очень сильно нужны. Так, забираем вот это все. Быстренько плывем сейчас к торговцу. И я все-таки принял решение, что я хочу выйти в моторную лодку, ребята. Нам нужно с тобой сделать моторочку. Плавучее. Как это плавучее убежище? Почему красное? Это что там? А это что там? Братанчик, надо покушать быстро. Подожди, это что там? А мы его не разъебывали. Это плавучее убежище. Мы отправимся на него. Это мне свет включили? Спасибо. Там господин администратор какой-то свет включает. Так, хорошо, идем на торговку и на плавучее убежище, ребята. Все, короче. Решение принято. Нам нужно с тобой идти на плавучее убежище. Отпили водицы. Съели мясца. Водицы с собой мы не будем. Нет, нет, не будем брать с собой. На торговку, короче, жареный. Вот эту вот рыбку одну. Блять, зачем я ее съел, надо было взять. Ладно, короче, поехали, ребята. Поехали. У нас с тобой важные приключения. Понеслась, короче. Бля, мне очень нравится Sunken Land, на самом деле. К сожалению, ребят, который смотрит Sunken Land, стало меньше, поэтому я уже думал закрывать это прохождение, как бы, потому что, ну, на канале не стоит снимать то, что смотрится плохо, вот, потому что это вредит каналу, да, YouTube все-таки это алгоритмы, это не просто люди, а то есть YouTube, если увидит, что ты делаешь что-то не так, он может не дать твоим людям, как говорится, твоим подписчикам видосы, и это очень печально на самом деле. Так, обмен, производим вот такой, вот это мы оставляем, это мы производим, вот это мне нужно, это мне, ну, чё, только за одну детальку? Слушай, у тебя губа вообще не дура, нет? Not bad. Надо было угля взять с собой. Ай, братишки мои, сестренки, угля не взял. Углем добивать, ладно. Похер, один компонент хотя бы. Хоть что-то, как говорится, поживимся. Короче, мне нужна лодка. Я хочу моторную лодку. Бензольчика у нас, в принципе, достаточно. Для того, чтобы возить с собой ресурсы. 15, 10, 10. Все это у нас есть. Поэтому мы делаем с тобой моторную лодку. И сегодня будем уже по-серьезному плавать на... Надеюсь, конечно, что у нас из этого что-то выйдет. Интересно, а вот в эти вот морские глайдеры, которые морские мотоциклы, ты можешь туда что-нибудь заприпихуярить, интересно? Ну, типа, там груз какой-то есть?
Хотя я на моторочке хочу поплавать. Мы моторку не видели, поэтому я хочу увидеть в игре, как говорится, обозреть всякие разные вещи. Поэтому мы сегодня с тобой будем заниматься всякими разными вещами и отправимся, конечно же, на нужные нам приключения. Итак, 15 металла, компоненты. Что еще там у нас? И 10 резины. Что самое проблематичное, кстати говоря, из этого всего, это резина. У моей подруги Зины не было резины. Я пришел из магазина. Слушай, блядь, а у нас проблема, что ли, с резиной? Нет, у нас не было никогда проблем с тобой. У нас с тобой куча ресурсов. Все, моторочка, ребята. Сейчас на моторочке. Бррр, надоел мне этот уже. Оба-на. И что у тебя здесь по сундуку? Сундук стандартный. А, добавить топливо. Хорошо, поехали, возьмем топливо. Разгрузим вот это все. Разгрузим моторочку и отправимся, посмотрим, что это такое за плавучая база. Значит, насколько она жесткая. Может быть, я найду там какие-то интересные компоненты для себя. Может, найду какой-то тип брони интересный. А, здесь разгружаться я не буду, здесь у меня ведро. Разгрузимся в сейф. А, так, компоненты мы складываем сюда. Резинку тоже положу сюда. Вот эти компоненты, да, вот это вот все, пускай оно будет здесь. Зачем эта сортировка нужна, возможно, сортировать? Ну, зачем вот эта сортировка, эта кнопка? Мне так неудобно. Мне нужно, чтобы вот это лежало вот здесь, в уголке. Поэтому кнопкой сортировка я не пользуюсь. Это я еще раз для тех ребят, которые мне постоянно пишут, что, бляш, им надо сортировать, братан. Надо сортирнуть, брат. Нихуя не надо мне сортировать, у меня все нормально, у меня все в порядке. Иначе это неудобно. Визуально, как говорится. Так, лодочка у нас желтенькая. Поехали, заправим ее. Десяточку топлива ебнули. Ох, понеслась, а! Поедем сейчас, разъебем. Что это за плавучая вот эта хуетень? Вот это вот, что это у меня тут на горизонте? Это что это? Это какая-то чужая база чужеродная, как говорится, которой нужно ебсти. Если они сюда пришли, значит они отсюда не уйдут, нахуй. Это мое море. Это мое море. И я его пасу. Блять, это что-то жесткое, ребята. Сейчас меня ебать там будут, походу. Хилочки есть? Хилочки есть? Бинтик есть? Бинтик есть? И оно плывет, что ли? Оно движется? Не, оно не движется. Там хуй стоит, смотри, наверху. Там уже стоит членолырый, членорылый дикоброй. Мутанты, блядь. Нихуя у вас база красивая, ребятишки мои. Вот этих будем снимать сейчас. А, они арбалетные. Они арбалетные, ребята. Все, что можно приебашить таким вот образом, мы приебашиваем таким вот образом. Нравится вам? Вам вообще нормик? Я с дробаша и блетину стреляю вообще-то, братики. Хули ты там целишься? Ты кто? Вот ты кто? И резину заберем. У моей подруги Зины не было с собой резины. Ебать, испугал ты, брат. А что там, управлять можно, не? Вашей плавучей базой. А где сейф у вас? Что-то несерьезные какие-то ребятюльки. Не, о, у него, смотри, это у него арбалет в руке. Какая-то хуйня, ребята. Какой-то хуйней пахнет. По-любому должен быть сейф, да? О, сюрприз, блядь, стоит в ангаре. В контейнере. Чел с сюрпризом. Так, все? И вот это вот? И вот ради этого я делал лодку, ехал сюда, чтобы получить залупнину. Не верю. А где сейф? А где у них сейф? Ребятзе. Вот здесь? Нет? Ребятзе, братулидзе. А сейф вы не завезли, что ли, вам? Что-то вы несерьезные вообще какие-то... Дальнобойщики, мутанты. Может, я в шары долблюсь, что-то выпускаю? Не, у них нихера нет, братишечки. Это бомжи, бомжелодка какая-то. Есть кожа, да? Кожа? Нихуя не кожа. Чисто, чисто по херне приехали челики. Чисто вот ничего у них нет. Только древесинку собрать, я не знаю.
Я думал, это серьезные какие-то ребята. Плавучие убежища, блядь. Я сейчас дальше вниз поеду. Это мой ВК, не твой ВК. Там акулки. И здесь ничего нету. И здесь ничего нету. Это просто пиздец, это фейл. А может, под этим убежищем что-то есть, не? А вон там, вон какая-то разруха имеется, подожди. А, давай мы сделаем вот так вот, вот так вот, вот так вот. Уголечек я дроп. Это я дроп. Серку я возьму. Это мне не надо. Баночку мы тоже выпьем, крабика мы ебанем. Так, хорошо. Чё здесь? Чё за райончик? Мне б не обосраться, сейчас бы облутаться. Мне нужны мусорки всякие. Различного характера, да? А, блядь, но это деревня. Господи, как же здесь все близко. Не, в деревне мне нихуя не нужно. Потом стекло нужно будет. Может быть, я что-то здесь не долутал? Не, явно здесь есть куча дерева, которое я не долутал. Но дерево это не мой приоритет. Не, здесь, наверное, ничего у нас не имеется больше интересного. Ну, сейчас посмотрим еще. Стекло, зеркало. Зеркало можно было бы к торговке отдать. Но такая себе вылазка, если честно. Вот это вот нет. Это, блядь, мы и залутали только что. Вот здесь вот топливо может быть. Не топливо, а химвещество. Не знаю, нахуя. Лучше бы я топливо научился варить. Мне топливо нужно больше приоритетнее. Вон трактор можно залутать, да, посмотреть. Может быть, в нем будет интересный компонент какой-нибудь. Металлоломчик. Сейчас поедем дальше, короче. Пиздос. Все одно и то же. Ну, смотри, резина, металлолом, компоненты. Трактор бесполезняк. У меня этого всего добра до хуина. У меня уже территория загрыженная. Броню нужно выйти хорошую. Брони мне не хватает, мне кажется. Хотя они сильно и не пробивают особо. Вот, поэтому... Ладно, поедем на вопросик, который мы с тобой не лутали. Не будем тратить время. Вот это вот мы сюда все складываем. А можно сделать с тобой сейчас, знаешь, что нам? Сделать вот так. И, в принципе, у нас есть слоты и там, и тут. Главное, что у нас с тобой, братан, не ебут. У нас есть слоты и там, и тут. А это что такое, блядь? Этой же метки нет на карте. Это что за там два ангара таких? Или это и есть остров какой-то ебический? А там что? Там это вообще нет обозначения. И вот этой башни тоже нету. Подожди. Мне кажется, здесь очень много всего есть интересного. То, что мы с тобой не имели в виду. Да ну нахуй. Это что такое? Нихуя себе! Склад! Да ну нахуй, это что-то серьезное, ребята! Это мой ВК, не твой ВК. Хватит мне писать там, кто мне там написывает, блядь? Сейчас выключу. Звук с этих, с браузеров, со всяких тебе. Чтобы оно тебе не попадало. Да ёбаный стыд, ёбаный свет. Детка, передай мне привет. Заебали меня спамить. Так, электронные компоненты мы с тобой в мусорке нашли, да? Посмотрим сейчас, что это за локация. Ага, хуец стоит, смотри, малец. Да, здесь нам ждет... Здесь нам ждет пиздец, не? Хуец малец. Какой хороший склад. Это такие вещи мне нужны. С патрами был чел. А это что за мор... Нихуя! А ты кто такой? И там еще ху... Блядь! В упоре. Это что за хуй? Нихуя ты жесткий. Да ну нахуй! Что за прокидочка?
Мне пизда. Это дробаш! Полетели. А как я доберусь туда? Это очень долго. Я получил пизды. Он меня просто заспамил. Он меня просто заспамил. Так, починиться, поесть быстренько. Быстренько, нахуй! Прошу прощения, я глубоко извиняюсь. Берем одну батарейку с собой, блядь. Сейчас я тело заберу и ебасосины распинаю, блядь. Блядь, так и знал, что дадут пизды, просто дадут пизды мне дали, Пилочку, блядь. Все нормально, поехали, попиздюкали, не ссы, блядь. Нормально, это все хуйня. Это залупные войны, приключенцы говна. Патронов нету нихуя. 131 у нас скорость. Наша скорость 131. Я еду с папкой. Я не один. Я с оружием. Я не один. И с мором не победим. Он ебошит как тик. Дуру-дун. Я хуй доеду. Не, доеду. Не, на этой батарее имею в виду. Доеду. Нет, чуть-чуть не доеду на этой батарейке. Отчинь жал. Ко? У пчел. И... батарейку ставим. Практически доехал. Практически. Сейчас забираем тело, значит. Жалко, надо кровать, блядь, ставить на такие рейды, на такие вылазки. У меня 4 патры здесь. Сюка какой, блядь. Он заспамил меня с дробаша, я не знаю, какой-то читер, блядь, был. А я не знаю, что у него не так, но с ним явно что-то не то. Какой-то читак. Встретил читера в Санкин Лэнд, ребята. Это просто пиздец. Забирай всю хуйню. Сейчас на агрессии чисто, блядь. Где этот членососанный? Нравится, ебало? Вот тебе и читер. Еще один дробаш могу собрать с него. Этот парень был разъебан. Его звали местные... Кто такие, блядь? Чем занимаются в жизни? Непонятно. Но с них мы лутаем патры, с этих парнишек. Мальчишки и девчон. Вот здесь компоненты могут быть, которые мне нужны. А также их родители. Да. Компики есть. Я сюда за компонентами пришел, фактически. Ну и остальные охуенные детали мне тоже, конечно, не помешают. Ой, красивый ковер. Это продам. А это я выпью. Это я съем. Ткань вот эта мне нахуй не нужна. У меня ее переизбыток просто в огромном количестве. И сломанный насосный дробовик мне тоже не нужен. Хотя, в принципе, эти детали можно будет переработать, наверное. Переработать, либо продать. О, музычка пропала. И снова появилась. Вот эти штуки я забираю все. О, это... Че это такое? Охуенно! Ребята! Мы имеем то, что имеем! Мы нашли то, что нам надо! Нахую губная помада! Тих, нахуй.
Ох, это пиздец. Это пиздец. Компоненты я заберу, это всегда важная вещь нужная. Уже нихуя не видно. Десерт игл? Хочу. Десерт игл я хочу. Нахую его верчу. Ой, какие люстры. Блять, а что так много интересного? И монетки. А вот монетки я так и не понял пока, для чего они нам нужны. Нахую я их верчу? Руку да я залочу. Короче, все вот это забираю. Ребята, по-моему, мы с тобой в охуенном качестве все сделали. Мы с тобой взяли очень важные вещи, нашли продвинутые детали и микроплаты. И нам нужно срочно возвращаться домой, потому что... Прошу прощения, чихнул. Придут сейчас меня ебать. Это не очень хорошо. В моем случае не очень хорошо, потому что база развалится к хуям. Вот. А мне это не нужно. И у меня патронов не так много, нужно будет их покрафтить. Все. Десерт игл бы скрафтить. Я бы вообще хотел все виды вооружения посмотреть в этой игре. Не знаю, получится ли у нас это сделать. И вообще неизвестно, сколько у нас еще серий будет по этой игре. Назад отъезжаешь, не? Садитесь толкать. Толкать, 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 толкать. Так. По топляку нормально все, да? Могу я вентилятором разогнать еще, не? Разгоняемся, не? Не, нихуя. А если в попочку еще? Обратно его. Не? Так не работает. Нормальный такой складецкий. 10% мы всего его зачистили. Там пиздец ресурсов. Но на него, видишь, ездить достаточно далеко. Сейчас хочу посмотреть, хватает ли мне всех ресурсов, которые мне нужны. Уже холодно становится. На шифте, кстати, быстрее едем. А что я шифт не жму? Слушай, я значительно быстрее, по-моему, добрался на этом. А, ну, конечно, я ехал 120 с чем-то, а это до сотки разгоняется только. Еще было бы прикольно, если бы можно было лодки какие-нибудь апгрейдировать, знаешь, охуительно. Ну, типа своя там кастомизация, типа как в Старфилде. Это же вообще класс было, да? Это было бы пиздато. Сейчас залетаем, значит, смотрим, сколько нам нужно. Нам уже нужно выйти уже в четвертый тир технологий, чтобы у нас все было четко. Остров нейтральный. Так, хорошо. Тут у меня говна куча. Очень много ресурсов. Вот просто в этих ресурсах, я не знаю, утопаешь просто в этой игре. Огромное их количество. Огромное количество сосичества ресурсов. Итак, смотрим. 5 схемы. 11. 5, 11. Да. Выход в технологии это 8, 8, 8. Блять, ну железную руду, понятно, мы найдем с тобой. Слушай, ну... Я могу тебе сказать, что... А, у меня этих десерт иглов сломанных. Ёб твою мать. Зато я могу покрафтить всякого разного. Мне патроны нужны другие. У меня патроны для пистолета. До хера, кстати, патронов для пистолета. Картиночку ебанем. Вот это тоже мы ебанем. Нам второй этаж у нас не украшенный. Второй этаж нужно украшать. Вот здесь у нас ковричек пускай будет. А плюс ко всему, мне нужно здесь источники освещения поставить нормальные. А, огненная чаша. Стоячий факел. Стоячий факел это заебись. Стоячий факел это хорошо. Древесину я там, да, скинул? Нужно побольше освещения сделать. У нас по патронам сейчас хуйня. На винтовке, на самом деле, патронов. Не так много. Вот это вот печально. Так, древесинку забираем. Это все забираем, выгружаем. У нас есть с тобой на продажу кое-какие вещи. Блядь, я думал, кто-то плывет, купается. Сейчас пойдем посмотрим еще, какие места у нас имеются. Но мне кажется, на этом складе... Или вернуться обратно лучше? Может быть, вернуться обратно, посмотреть, полутать. Там еще... Не все припиздюленные. Как бы
Мне кажется, что стоит именно так сделать. Патронов не так много у меня. Вот это печальная история в журнале «Ералаш». Так. Делаем теперь, что хотели. Мы делаем с тобой факелки. Ну, чтобы нормально было. Нормально делай, нормально будет. Вот, все у нас освещено красивенько, пиздаденько. И даже здесь у нас факелочек есть. Нормально, нормально. Чаша еще была бы. Все, заебись. Теперь у меня света нормально здесь большое количество. Мастерская боеприпасов. А мне нужны вот эти боеприпасы для современных винтовок. Правильно? Правильно. Что нам нужно из этого? Вот эти слиточки. И внизу мы должны с тобой собрать. Лишь бы тебе, братан, не наврать. Лишь бы тебе, братан, не спиздить, блядь. Вот эти штуки. Их у нас дохуя. Что по патронам? По патронам у нас не было проблем. Раз. Два. Да? Да, все нормально. Для дробаша нормально, все нормально. Блядь, сюда бы на самом деле поставить ящик. Давай, для БПшек у нас будет тоже вот здесь вот. Это все мы выкидываем, выкладываем. Это нам не нужно. Патри для пистолета нам тоже не нужны. Здесь я сортировать не буду ничего. Так, картинка еще. Еще одна картинка, блядь. Давай, вот так вот все занавесим. Я бы вернулся туда, на самом деле. Добил бы там, кто бы там ни был. Посмотреть, что у него из этого получится. Точнее, что у нас из этого получится. Батарейку я бы поставил. На зарядку одну. Одна батареечка у нас на зарядке. Лодку довыгружать нужно сейчас. Лодочку довыгрузить. И опять на склад съебениться. И тогда все будет ровно. Выгрузка у нас будет, временные припасы вот здесь лежать. У меня тут всякие семена, всякая хуйня. Зачем мне это все? Сейчас заедем на торговку. Вот, по пути. У нас же, по идее, по логике, да? Следующая атака на нас должна быть... Ну вот, и в этот день, либо в эту ночь. То есть мы должны успевать с тобой лутать этот склад. И, возможно, мы там добьем как раз-таки продвинутых компонентов. Я не уверен, конечно. Микросхем тоже нужно много, по идее. Потому что мы с тобой уже в электронику вышли в компоненты, да? То есть, а дальше следующий, мне кажется, уровень, который у нас будет по исследованиям. Это уже что-то более серьезное. Там понадобится большое количество микросхем. Поэтому всегда можно всякое говно обменивать на микросхемы. Я не знаю еще, на что выгодно можно обменять это все. Мне кажется, микросхема — это то, что нам надо. То, что мы с тобой должны иметь. Так. Что там? Сука какая. Сука какая. Ну пускай похую одна микросхемка. Прикинь, насколько дорогая вещь. Насколько ценная. Я бы сказал, бесценная вещь. Эта микросхемка. Поехали. Так, не туда едешь, брат. Тебе на склады. Не уверен, но мне кажется, что мы можем с тобой добить электронные компоненты. Ой, точнее, продвинутые компоненты именно там. Сейчас с рассветом нормально будет лутать. Надеюсь, на меня сейчас не придут меня ебать. Ощущения, конечно, у меня такие есть, что меня сейчас ебсти должны прийти. Причем жестко дели-дели тролливали, мы с тобой не проходили, нам с тобой не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. На соточке нормально, в принципе, ехать. Топливо, может быть, я там достану. Не уверен, конечно. Так, а эту залупу мы же лутали, да? Там уже никто не живет. Там может быть сейф на этом посту. Но сейчас там никто не живет. И там вот мы не были. Что это такое? Нихуя непонятно, очень интересно. Это какая-то база, на которую мы тоже с тобой должны будем сделать вылазку. Посмотрим сейчас, что это за склады. Если здесь продвинутые компоненты есть, то это пиздатая тема. Мне кажется, они еще могут быть. Не уверен, конечно.
Дили-дили. Трали-вали. Нас с тобою наебали. Тут еще один хуй где-то трется. Мы слышали с тобой PvP-музыку. О, охуенно. Бля, ну это чисто продажа. Это чисто шмотки на продажу, ребята. Надо получше здесь смотреться. Получше. Вот, например, такие места меня интересуют. Вон, видишь? Два компонента, мы с тобой. Родненький, ты там долго будешь? Но с них хотя бы благо патроны капают. Падают. Видишь, со щитков это получается щиток. В щитках заебись. В щитках у нас имеются компонентики. Вот они, дорогие микросхемы мы с тобой имеем, как бы. И еще кто-то здесь есть на локации. Но если сейчас на мою базу будут нападать, то, блядь, я полечу чисто так. Опа, хуй. Отдохнул. Бля, его раньше здесь не было. Стоял такой весь залутанный парень такой. Охуенный. В этих бочках, кроме металла... А, бензин, вот. Бочки с бензином. Ну, бензин мы сейчас лодку заправим. Бензин лишним не будет. И здесь мы с тобой не долутали. Ну ладно, это хуйня. Стекло мне пока никак не пригождается. Это, видимо, на следующий тир развития. Стекло нам нахер пока не надо, да? Отлично, дартс-кольцо. И резина есть, да? Резина пускай будет. Да, продвинутые компоненты, это прям пиздец. Их нигде не купить, видишь. Вот что на самом деле самое ценное и редкое, да? Полицайка есть машина, ее нужно залутать. Полицайку нам нужно иметь с тобой в виду, братишечка. Дили-дили! Сейчас один момент. Сейчас моментик. Так, извини. Извини, меня прервали, как говорится. Так, все нормально. Все нормально, значит. Здесь мы залутали, патри получили. Это получили, но компонентов так у нас и нету, которые нам нужны. Печальненько. Зато топливо здесь есть, кстати, на этом острове, на складах. Лодку полностью заправим. Пускай она будет полностью заправлена у нас, чтобы проблем не было. Блять, где бы еще компоненты найти эти продвинутые? Это очень важно. О, нихуя, это могу, это что это, блядь, там? Вот здесь может быть продвинутый компонент, нет? Вот этой вот хуетень-то разобрать могу, вот эту залупнину, блядь, вот эту. Эту ковш этот, блядь, ебучь. Вот это могу, не? Нет. Печально. Сейфа здесь ни одного нет, насколько я понимаю, да? Только такие вот бочечки-хуёчечки. Челики-хуелики. Челиков, кстати, больше нету вроде бы. Нет, здесь где-то есть в районе. Где-то здесь прячется, блядь, кто-то. Ха, уходим отсюда. Наверху, что ли, тут? А кто здесь прячется еще, блядь? Непонятно, именно в этом районе. Типа в этом ангаре, чел? Нихуя он спамер просто. Вообще патроны не экономит. Да, сразу еблетина. Прикинь, вообще патроны не экономят. Просто спамят тебя сразу. Па-п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 а
Это хуйня. Все, здесь по факту от челиков зачищена тоже территория. Здесь нам уже делать нечего. Нам с тобою делать нечего!
Здесь, походу, все, ребята. Здесь все заебись, как говорится. Это все, что мы набрали. Хуета. Ну, отдать часть, конечно, мы продадим с тобой. Сам знаешь куда. Это мой ВК, не твой ВК. Зачем я, блядь? Ладно. Поехали, короче. Это все разложим. Сейчас придет атака уже вечерняя, скорее всего, на меня. Вот. Мы с тобой уперлись в одну тему. Единственную, да, это продвинутые детали, которые нам нужны. Без продвинутых деталей мы не можем дальше выйти в технологии. А их нужно найти. Обязательно. Да, лучше сейчас возвращаться, а то мало ли атака будет. И у нас еще вот вопросик, как бы. Что вот это за хуйня? Там, может быть, будут продвинутые детали еще. Не, я все-таки до дому. Может быть, заедем с тобой на торговочку еще? Давай соточку выжимай, братишка. Туда тоже надо будет сгонять. Но это мы уже на следующей серии туда сходим. Посмотрим, что у нас там будет. Я не уверен просто. Здесь хуйня, там хуйня. А вдруг попал бы по акулке? Зачищено, зачищено, зачищено. А торговка у нас что, не отображается? А торговая застава отображается. Туда сейчас залетим. Продам часть, выкуплю еще нужные вещи интересные. Теперь, если на нас нападут... Дай-ка я подожди. Топливо добавил. Нет, бензин, говори. Топливо добавил, все, что было. Пускай будет. В принципе, она не так быстро расходует. На этой лодке, конечно, приятнее, чем на паруснике ездить. Значительно эффективнее. Так. Теперь. Раз, два, три, четыре. О, раз. Вот этим добью. Вот это заберу, блядь, у тебя, девочка. Все остальное хуйня мне не нужна, по логике. Причем абсолютно. Ух, уж эти звоночки, как говорится. Ничего не дают мне сегодня поснимать нормально, но ладно. Так, значит, это я тоже заберу. Нет? Мало? Вот, сучка, вот эти вот баллистические компоненты прям дорогие, я смотрю. Вот, сучка, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. О. Все отлично. Да хера хилок с собой забрали. Зашибись, поторговали. Хилок много мы забрали. Пацаны охуевали. А мы ничего, по идее, это на базу не везем, ребята. Вот эту всю хуйню... Ее можно просто здесь выложить и дальше поехать съездить, пока на нас не напали. У нас есть наверху вот здесь два вопросика, которые мы с тобой сейчас реализуем. Да, туда и сгоняем сейчас. Может быть, там найдем продвинутые. Блять, нахуя ты хилку заюзал? Ну ладно. Бля, я еды с собой не взял. Че, у меня рели еды нет? Сейчас туда на вопросик съездим, посмотрим, что там. Здесь точно нету продвинутых компонентов. У нас с тобой сегодня путешествие на моторной лодке, да? Ты чувствуешь, братик? Путешествие на машине, на моторной... Рыба, сейчас бы удочку, бля, можно закинуть просто, блядь, порыбачить нормально. Ну, там вот надо съездить. Подожди, это я к этому вопросу и еду. Ах, сучки, может быть... Ай, собака там стоит, смотри, блядь. Разъебинка сейчас им поустраиваем, блядь, везде. Чтобы они до меня не доебывались. Аванпост морской гадюки. Охуенно. В рот мне клюки. Все лежим. Все отдыхаем, ребята. Вот и полутаемся сейчас.
компоненты ада, хорошо. Это не беру. Нихуя себе, братан! Физика работает. У них все хорошо. Ух, нихуя себе, часы высшего класса, блядь. Нихуя себе, блядь. Противогаз A. Ну, противогаз пиздатый. Плюс 4, плюс 4. Шлем не нужен. Блядь, надо было оставить. Ладно, хуй с ним. Не оставил, не оставил. Похавать, видишь, можно найти в таких, на таких базах. Тут сейф должен быть, по идее. И топливо здесь есть. Топливо я приберу. Братан, я вижу, у тебя есть кожаный диван. А это то, что мне надо, брат. Так, хорошо. И сейф самое главное. Пожалуйста, продвинутых компонентов. Умоляю! Пиздатые перчатки, часы высшего класса, пластинка. Чертеж-счетчик. Декоративная мебель. Это я оставлю, пожалуй, внутри. Если что, потом заедем, долутаем. Ну и что получается? Хуйня, аванпост. Ничего приоритетного мы с тобой не поимели. Зажигалки, подсвечники. Это пускай здесь валяется. Шлем. Все, по идее. Это база хуйня. Сейчас весь бензинчик добавим вниз. Плюс резинка есть, конечно. Ну, такое себе. Такое себе вот эта баска. Ожидал большего, как говорится. Ну ладно. У нас есть куча дел у торговца, получается, сейчас. Снова. Но только обменивать нечего особо. Там мы с тобой были аванпост морской гадюки. И еще справа у нас есть аванпост. Бля, у нас много чего почистить здесь есть. Ко мне пока не приходят, нормально все. Сейчас придут, вот, скорее всего, этой ночью. Либо на следующий день уже придут. Неизвестно. Нам с тобой так интересно, но нам очень неизвестно. Охуенно нам с тобой, братан. Ай, блядь, столько всего. И это моя первая хибарка, это очень круто. Такие воспоминания о первой серии. Да? Не говори, блядь. Теперь у нас вот так вот есть дырочка. Там у нас батарейка заряжается. Да, хуина металла, который, в принципе, мне сейчас реализовывать никуда не нужно. Здесь мы ебанем подсвечничек. Пускай будет. Здесь положим диск. Пускай валяется. Так, вот это вот мы вот сюда сейчас ебанем. Это я продам. Этот противогаз мне не нужен. Вот эту броньку тоже я продам. Это мы попьем. 8 компонентов я привез. Компонентов у нас дохуя уже этих электронных. Но они понадобятся нам в будущем, да, насколько я понимаю. Нормальные мы с тобой сегодня вылазки сделали, братишка. Я бы даже сказал, очень охуительные. Очень четко, здорово. Разъебали абсолютно все, что видели. Вот эти паттеры нужно выложить вот сюда. Очень много сортировки, очень много ящиков. Очень много движух вот такого плана, конечно, в игре. Скинем потом, ладно, разберемся. Вот это все у нас на продажу пойдет. Вот эти вот вещи. И дальше нужно будет уже приоритизировать
куда-то в другое направление, как говорится, да? Еда, вода и все прочее. Знаешь, братишки мои, сестренки, если хочешь Санкинленда еще, не забывай въебать лайк. Предлагай, куда мы с тобой отправимся на следующую серию. Вот. У нас еще много дел в игре. Мы так и не вышли с тобой в компоненты, как говорится. Нам нужно, очень нужно, вот сюда вот выйти. Слитки мы добудем, железо-то покопаем, это хуйня. Главное, это вот эти вот вещи. Продвинутые детали. Нам не хватает совсем немножко, ребята. Совсем шуй-шуй. Три детальки, одна вылазка, одна сходочка. И посмотрим, что будет. Поехали, поехали. Пока-пока.